А можно газетку прочитать? Какую? Ну что там у вас? Одну, дайте. Кому продал, да вам бесплатно. А, это вот это. Вам бесплатно там. Спасибо. Я бы продал кому-то. А вам бесплатно отдают. Это же это выборы же этой. Это просто празднование с города у назад. Кого брали в администрации? А? У кого в администрации брали? Ну как его брали? В отделе. В каком? О, смотри, наш друг Михеев. В общем. Мы а вместе. В каком отделе? Леш, надо пойти взять. Да вот, заходите сразу налево, первая дверь. Сразу налево, первая дверь. Направо, то есть первая дверь. А как называется отдел? Я не прочитал даже. Пойдем. Пожалуйста. Предвыборный как раз сделал голосование. При кубанской администрации выдано, да? Голосование. День предварительного голосования. На каком основании вы выйдете? Кто вас ударил? Здесь раздается газета. Кто вас? Никто не партия Единая Россия. Выходите. На каком основании газета раздается партия Единая Россия? Будьте любезны, выйдите, пожалуйста, из помещения. Администрации Прикубанского внутригородского округа. Выйдите из помещения. Руки, силы не применяйте. Вы почему меняете силу по отношению к вам? Прошу, выйдите из кабинета. Вот зафиксируйте и все. Да не дрожите. Выйдите из кабинета. Так, что он толкает? Минуточку. Что он толкает? Из кабинета. Да, зарегистрированный кандидат. Вы руки делаете. Это кандидат депутата. Вы что делаете? Я понимаю, на драку не надо. Вызывайте. Вот вы вызываете. Зафиксируем все. Давай, давай, 02. Милицию сюда вызывайте. Прямо сейчас производим изъятие и оформление. Давайте, 02. Мы не выйдем никуда. Вы что? Газетами никуда не денемся. Мы не газеты дуры, подождите. Нет, нет. Сейчас мы это самое. Вы можете по всем кабинетам. Кандидат депутат имеет право. Вы знаете об этом? Нет. Чего мы не имеем права? Давайте будем сохранять. Не надо здесь ничего. Держи. Что это такое? Тихо, секунду. Да что вы застряли в дверях? Миша, вы что, против кандидата? Силу применяю. Какого кандидата? Я являюсь зарегистрированным кандидатом. Так, руки. Вы выйдете отсюда. Вы выйдете. Что вы не поняли? Вы кто такая? Как вы себя ведете? Чего меня толкаете? Кандидату где толкаете? Милиция, ну куда смотрите? Ну, жены нет, выйдите, ручки ваши. Вы избирательная комиссия. А почему вы-то все документации? Да потому что мы работаем. А Единая Россия при чем здесь? Почему Единая Россия везде? Так, выйдите и главе округа задавайте вопросы. Поняли? Зашли сюда. А может быть у главы в кабинете? У вас есть газеты. У нас ход по пропуску. Есть газеты. А сегодня какой день? Приемный или нет? Какой день сегодня? Приемный чей? Нет, не знаю его фамилию, но лицо надо показать. Можете камеру отсюда отправить? Мы ждем команды, что-то не надо. Здравствуйте. Где корреспонденция? Где корреспонденция? Выдайте, пожалуйста. Идите, Ольга. А? Вы за газетами, проходите. За газетами, да? Единая Россия, правильно? Да, да, да. Ты что ж меня снимаете? Дознаватель, вот человек пришел за газетами Единой России. Пожалуйста, опросите. Что? За Единой Россию. Приносите женщину сюда. Пожалуйста, подойдите, она дознаватель. Вы почему нападаете на кандидата в депутаты? И в кабинет это кандидат не депутата, вы знаете, зарегистрированный. Я с ним не знаю. Да знаете вы. Нет, не знаю. Знаете. Администрация.